Помогут консультации и малышам, и родителям. В детском саду номер 99 появилась служба ранней помощи. Этот центр открыт специально для родителей, чьи дети появились на свет с ограниченными возможностями здоровья. Бесплатно окажут помощь здесь всем желающим. Занятия будут проводиться и с малышами, и с родителями. Вот этот центр, который мы открыли, он позволяет сюда уже родителям с детьми-инвалидами переходить с возраста 2 месяцев. И здесь уже квалифицированные педагоги, психологи будут работать для того, чтобы оказать необходимую педагогическую и медицинскую поддержку, для того, чтобы и помочь самим родителям в плане организации воспитания своего ребенка. И, конечно, подготовка для того, чтобы этот ребенок в дальнейшем мог спокойно посещать наши детские сады. Дети до 3 лет с особенностями развития, как правило, сидят дома. Медики выписывают им необходимые лекарства, родители дарят свою любовь и заботу. А вот адаптироваться в социуме никто не помогает. Здесь с детьми будет работать психолог и дефектолог. Возможно, со временем сформируются целые группы, например, из ребят с синдромом Дауна. Но для начала работа с каждой семьей будет проводиться индивидуально. Потом уже будем карту индивидуального развития ребенка, будем ее заполнять и будем вот этот вот период от рождения до 3 лет, пока ребенок не пойдет в детский сад, мы будем ребенка сопровождать. Мы будем давать рекомендации родителю, что нужно сделать с ребенком, как нужно с ним заниматься, сами заниматься будем с ребенком. Информация о такой важной и нужной службе будет размещаться на стендах в детских больницах. Направление к специалистам центра можно будет получить у врачей-педиатров, либо позвонив в детский сад номер 99. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.